Это всего-навсего, да, 35 квадратных метров. То есть у нас в старинных домах действительно распиливают на очень небольшие квартирки. А здесь обзор, как они сделали это только в Квебек-Сити. Такой, видите, старинные каменные дома в окошке. Каменная стенка. И здесь показано, как в этих старинных каменных домах можно сделать современный дизайн. Мне очень нравится. Я вот еще раз, в который раз уже попадаю на эту экспозицию, вот именно вот эту, она мне безумно нравится. Вот здесь вот все по моему вкусу. Полочки. Окошко, обратите внимание, как воспроизвели. У нас действительно в старинных домах такие вот есть окошки. Макраме украшения, там под потолком сделаны полки. Здесь вот такая тумбочка украшена картинами. Зеркало. Видите, какое красивое зеркало в спальне. Батарея, гармошка моя любимая. Тумбочки. Видите, поместилась кровать. Светильник. Комоды. Дальше здесь гардеробная. Обратите внимание, какая замечательная женская и мужская часть. Здесь с галстуками. А здесь с женскими украшениями. Полочки. Очень мне нравится. И мы попадаем с вами дальше в ванную комнату. Здесь большая раковина, полочки разные. Это у нас ванная комната, балки, обратите внимание. Шкафчик, туалет. Здесь еще поместился шкафчик. Здесь небольшой шкафчик прихожей, при входе дверь, видите, вход, вешалки, балки идут. Там встроенный шкаф. Все как вот есть, вот как у них и есть на кухне. Все такая вот красота. Смотрите, как будто вот в настоящем доме хожу, вот один в один. Вообще вот эта кухня мне очень нравится, например. И вот эти ручки красивые. И вот это вот наполнение этой кухни, она просто потрясающая, конечно. И вот там вот, вот та полочка, я вам уже как-то, кажется, даже показывала для вина, вот они вместили. Очень мне нравится. А раковина, посмотрите, какая шикарная раковина. А вот это рядышком, это посудомойка здесь. Я уже посмотрела. Это вот каменное покрытие, очень дорогое. У них с отделкой тоже, видите? Ручки какие. Вот, 1474. Угу. Сотка. Да я засняла тебе. Вот, давай ее, правда. А с какими-то вкраплениями, она, я думаю, хорошо оттенит. У вас какое-то что-то там все такое непонятное, да? Мы говорим, 75 мы типа измерили. А это только вот это из комтуар, слышишь? А здесь вот каптуар написано на $500, слышишь? Отдельно получается? Да, получается, что вот эту штуку, видишь? Да, слово. Да? Ну, может, это, конечно, вот этот, наверное, 3000. На 25 лет гарантии? То есть, он говорит, электроменажеры включили. Ну, это значит, вот это они посчитали, да? Все вот это. А холодильник у меня сколько здесь стоит электроменажерный? Ну, вот 3500 оба, наверное. А вот это они включали? Да, вот
раз, два, три. А ту стойку они с бутылками включали в стоимость? Мне кажется, да. Кастрюль какая. Я в расстреле, нет, что, 1300 за эту кучку. Пойдем, кстати, считать, короче, еще одну стоимость. Да, надо считать. Все равно же это от погонного метра там зависит. Да? Пойду я. О, Господи, ну я тогда брать не буду, здравствуйте. Вон. Миша, смотри, какой душ тут сделал. Правильно. Каменную стеночку поставили. Да. Как они обещали в Квебеке, да, сделать для Квебека. Да, и душ, говорит, у нас один прикрученный к стене, это вот просто... Чтобы не ругались. Да, и один нормально снимается с шлангом. Я не знаю, что у них за проблемы со шлангами. Они, смотрите, балки сделали красивые. Как в Квебеке в многих зданиях, да? Такие чуть высоковатые поставили, даже балка, да, я помню, там по башке уже дают. Пойдем дальше. Слушай, а классно, как тут целая квартирка такая получилась. Да? Это open concept, то есть кухня вместе с гостиной. Гостиной здесь диванчик, светильник, чтобы можно было почитать, посмотреть, телевизор, такой шкаф с посудой, с книжками, картинками, фотографиями. И обратите внимание вот на эти вот двери. Это очень модно сейчас в Квебеке. Такой барный стиль, вот эти двери. Видите? Барные стульчики. Потому что здесь вот как раз пространство есть, чтобы как барная стойка использовать. И вот эта стойка с бутылками уже больно нравится. Взяли ведь, вместили, да? Идем дальше. И дверь, обрати внимание. Как в этих во всех ансенсральных домах. И они показали, как это можно шикарно сделать. А здесь, вот видите, это патио этого как бы дома, да, балкончик такой. Вот с этими как раз действительно дверьми, которые выкрашены прям вот в такой вот цвет, как и есть. Вот это вот круглое окошечко. И там такой рожманчик для хранения. Кабанончик у нас называется. Кабанон. Сарайчик. Сарайчик, да, где хранятся колеса, велосипеды, да, и прочая ерунда.